Приморский край одним из первых в стране отметил 10-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Митинг-концерт состоялся на территории мультимедийного парка «Россия. Моя история» во Владивостоке. Несколько сотен приморцев пришли выразить поддержку и свое единение с жителями Крымского полуострова. Мы помним те дни, те тревожные утро каждого дня. С такой тревогой наблюдали, что происходит, как разворачиваются события в родимом, в родном нам Крыму. И, наконец, 18 марта Крым стал частью России. В мероприятии приняло участие более 300 представителей партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», движения «Молодая гвардия Единой России», юнармии, общественных организаций, школьников, студентов, жителей и гостей столицы Приморья. Отметим, по словам главы Владивостока Константина Шестакова, для всех этот день – всероссийский праздник, означающий целостность страны. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.